Всем привет, мои хорошие! Вы на канале Ушасти Кидс, а мы сегодня с вами поиграем в бег за золотом, нашу любимую игру. И для начала будем открывать карточки вместе с нашими пушистиками. Посмотрим, какие тут у нас появятся бонусы. В первом соревновании у нас будет участвовать Анжела-единорожка, Анжела Джин и удачлива Анжела! Ну что ж, побежали, мои хорошие! Ну а соревноваться мы сегодня будем на вкусные пончики! Какая же из кошечек насобирает больше всего пончиков? Кто выполнит миссию лучше всех, как вы думаете? И за кого вы будете сегодня болеть? А пока вы решаете, подписывайтесь на канал Ушасти Кидс. Нажимайте кнопочку подписаться прямо под этим видео. Давайте насобираем на канале 1 миллион подписчиков, мои хорошие. Осталось совсем чуть-чуть. Обязательно подписывайтесь, присоединяйтесь к нам. Ну, у нас пока больше всего пончиков у удачливой Анжелы. Наверное, потому что она самая-самая удачливая. Так, вау-вау-вау, две кошечки у нас мчатся на вагонетках. И Анжела-единорожка еще взяла и магнитик. А наша Анжела Джин отправилась в космос. И даже в космосе есть вкусные сладкие пончики. Кстати, сейчас у нас на первом месте по-прежнему удачливая Анжела. Пока удача ей располагает. 12 пончиков у нашей Анжелы-единорожки. И пока отстает Анжела Джин. Кстати, пончики получается взять не всегда. Иногда они так хорошенько спрятаны, что до них не подлезть. Кстати, сколько пончиков сегодня насобирали вы? Напишите эту цифру мне в комментариях. У кого больше, давайте проверим, кто из подписчиков насобирал больше всего пончиков. А кто хочет сердечко, под этим видео от канала Ушасти Кидс напишите сердечко. Хочу сердечко от канала. Так, ух ты, удачливо Анжела попала в логово к самому енотику. И даже в логове у енота разбросаны эти сладкие пончики. Так, еще один берет Анжела, осторожней. Очень-очень осторожно бежим по логову, здесь очень опасно. И сам босс-енот спрятался в этом жутком логове. Я надеюсь, сейчас мы с него выпросим побольше золотишка, которое он украл у наших питомцев. Так-так-так, смотри, тут камни, валуны, чтобы нас не раскатала Анжела. Аккуратно, проходи. И еще один пончик у нас. Отлично, а вот и сам воришка-енотик. Вот так, бей его сильнее, бей, Анжела. Давай. И у нас опять две звездочки, друзья, да что ж это такое? Никак не могу набить три звездочки у этого хитрого воришки-енотика. Так. Ну вот теперь на скейте. Анжеле снова повезло, у нее хорошая локация, скейт-парк. И здесь полно пончиков, вы только посмотрите, сколько много здесь сладких, вкусных пончиков. И уже 35-36 пончиков у нашей кошечки Анжелы. О-о, пока она била нашего босса-енота, Анжела Джин всех обхитрила и насобирала пончиков больше всех. Ничего себе, у нее уже 47 пончиков, вы представляете? Теперь она на первом месте. Кстати, кто болеет за Анжелу Джина, напишите в комментариях цифру 4. Пишем четверочку, кто поддерживает Анжелу Джина. Кто болеет за нашу единорожку, она у нас, кстати, на третьем месте, самая последняя. Напишите в комментариях цифру 3, обязательно голосуйте. Вау, 40 пончиков и наша единорожка на Диком Западе. И циферка 5 за удачливую Анжелу. У нее уже 50 пончиков, она на втором месте. Я сегодня буду болеть за удачливую Анжелу. Очень-очень хочу, чтобы она выиграла в нашем соревновании. Давай, Анжела. Вау, двойные слитки. Кстати, друзья, в сегодняшнем ролике вас ждет целая гора приветов от канала Ушасти Кидс. Кто тоже хочет получить приветик, напишите в комментариях ваше имя и фамилию, а также можете указать своих друзей или подруг. А приветы получите в одном из новых роликов в порядке очереди, так что пишите в комментариях, постараемся никого не забыть и никого не пропустить. Так. И еще один пончик у Анжелочки. И наша удачливая Анжела снова отправилась в скейт-парк. Наверное, сегодня ей очень-очень понравилось кататься на скейте. Да, погодка у них хорошая, и можно кататься хоть целый вечер. Ух ты, Анжела Джин тоже присоединилась и достала свой скейт. Ну что, будем собирать пончики в парке. А вот Анжела-единорожка отправилась на самый опасный остров Хэнку. Смотрите, сколько здесь банановых шкур. Если наступить на эту шкурку, очень сильно можно подскользнуться. Так что перепрыгивай, Анжела, будь осторожной. Анжела, ты пропустила свой защитный шлем. Ой, он бы нам пригодился на этом опасном острове. Смотрите, здесь корабли, акулы. Остров очень красивый, но опасный.
И здесь, по-моему, маловато пончиков. Совсем мало. Давай, Анжела, поищем с тобой новую локацию. Ух ты! Кто же у нас на первом месте? А по-прежнему это Анжела Джин. Вы представляете? У нее уже целых 90 пончиков. Ничего себе! 90 пончиков! Анжела Джин на первом месте. Цифра 4, мои хорошие, в комментариях, кто болеет за Анжелу Джина. А наша удачливая Анжела на втором месте. Она пытается догнать. Сейчас посмотрим, может быть, на ферме она собирает много пончиков и обгонит Анжелу Джина. Я сегодня болею за удачливую Анжелу. Цифра 5, пятерочки пишем. Кто болеет за счастливую кошечку Анжелу в красном китайском платье. У нее уже 83 пончика, у Анжелы Джина целых 100 пончиков. Самая последняя сегодня Анжела Единорожка. И опять она в самой сложной локации. Смотрите, здесь прям локация полная ловушек. Что-то сыпется сверху, внизу из земли вылазят какие-то ловушки. Катятся старые колонны. Магнитик берет Анжела и бонус двойные очки. Но сегодня самое главное найти побольше вкусных пончиков. Вот они, очень вкусные пончики. Хватай их все, Анжела. Вот так, отлично. Наша Анжела насобирала целую гору пончиков. Но больше всех сегодня все-таки везет Анжелу Джину. Наверное, сегодня Анжела Джин самая удачная. Ну а пока наши кошечки собирают пончики, соревнования в самом разгаре, передам-ка я для вас приветики, мои хорошие. А первый привет получает Анжелика. Чебекова, большой-большой тебе привет, Анжелика. Даша Гладун получает привет. Виктор Носко, Лиза Шалаева, Милана Семенова, Оля Маслова, Марьяна Прилуцкая ловит огромный-огромный приветик от нашего канала. Также привет у нас получает Лена Кошачева, Руслан Генборисов. Огромный тебе привет, Руслан. Полина Зайцева, Наташа Ерофеева, приветик для Мазана, Зарина Жанисова, Полина Балашова, приветик ловит, и Амина Алиева, Мария Кмановская и Саша Сергеева. А также у нас приветик летит для Андрея, Карины, Кирилла и Гали Шевцовым. Большой-большой привет вам, самый пушистый, как самой большой семье. Ксения и Евгений Малеевы, вам тоже пушистый приветик, мой хороший. А также привет получает Мила Воронина у нас. И приветик летит для... кто-то у нас комментарий еще писал. Фарзона Рустамова, Алиса Дедковская, Катюшеньки Швец, большой привет. Жанна и Даша Турчины, две сестренки, привет вам, мои хорошие. Марьян Абдель, тебе тоже большой привет. Мария Лисичка, приветик. А также привет Алина Денисевич, Азалия, Павел Сатоник и Софья. Павшукова получает огромный-огромный привет. Спасибо, мои хорошие, что смотрите канал «Ушастый Китс». Мне очень приятно, что вы с нами, пишите комментарии. Спасибо вам огромное. Ну а наше соревнование вот-вот закончится, и мы наконец-то с вами узнаем, кто же все-таки сегодня победит. Анжела Единорожка заглянула в космическую локацию. Там у нас много пончиков. Кто же все-таки займет первое место и кто проиграет? Сейчас мы с вами узнаем. Осталось буквально пару секундочек, и будет стоп-игра. Останавливаемся, останавливаемся, Анжела. Вот так, все. Теперь проверяем счет. На первом месте у нас сегодня Анжела Джин. У нее 139 пончиков. На втором месте Анжела Единорожка. Оказалось, что займет третье место, но в конце соревнования она успела поднасобирать пончиков. И самая последняя удачливая Анжела. Я прям расстроилась, потому что сегодня я болела за удачливую Анжелу. Ребята, мы с вами еще обязательно устроим соревнования на пончики. И я думаю, тоже среди кошечек. Попробуем насобирать много-много пончиков и открыть за них новых героев. Ну а сейчас можем открыть некоторые карточки. Смотрите, какие бонусы нам попадутся. Вау, мы с вами выиграли бриллиантики. Кстати, ребята, я вам напоминаю, что новые ролики у нас выходят по вечерам в 17:00. Так что смотри их самым-самым первым. Не забывайте писать в комментариях ваше имя и фамилию. И обязательно подпишитесь на канал Ушастый Китс. Но у нас 10 защитных шлемов мы выиграли. А здесь что? Сейчас посмотрим, чтобы... Ух ты, еще 10. Так, а в этих карточках открываем 15 магнитиков. И вот такой бонус у нас, мои хорошие.
Напишите, какие бонусы сегодня попадались вам и сколько пончиков вы насобирали. Ну а теперь нам с вами пора прощаться. Увидимся с вами обязательно в новой серии на канале Ушастики. Жду вас всех, мои хорошие. Пока-пока!